Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба трейдеров «Картель». И сегодня разберем такую тему, как переворот в позиционной торговле. Сделки в переворот интересны с точки зрения их там среднесрочно-долгосрочного удержания. И я, как выходец с рынка Форекс, очень долгое время торговал именно вот границ каких-то широких диапазонов, где можно было зайти с относительно небольшим стопом и в позиции сидеть несколько дней, а то и недель. Монетка GAL USDT. Сначала были покупки, затем продажи. Первый взгляд издалека, чтобы было понимание, почему покупки, мы очень-очень сильно пропадали. И после того, как была попытка обновить вот здесь лои, нас не пустили вниз, мы закрываемся наверх. И относительно вот этого уровня, в следующий день, да, нас начали вытаскивать. Сделка была, ну, что говорится, наотмашь, да, для среднесрочной торговли там сильно принципиально именно цена входа относительно уровня не имеет, но выглядело это вот так. Мы начали отходить от уровня после того, кого пожевали, и здесь был такой клевок вниз, и нас тут же выкупили обратно. При обновлении локальных, да, здесь хаев вот этих вот, я в сделочку заходил стоп за откат, выжила сделка и сходили мы в конечном итоге сегодня, там максимальное значение там порядка 20%. Я закрывался пораньше, сейчас тоже покажу. Суть в чем? Так как нас сильно вниз не пустили и сформировали понятную точку входа с понятным стопом, опять-таки для среднесрока там стоп чуть больше 1% всего лишь, хотя для интрадея я придерживаюсь стопов там 0,5-0,75% хода, ну если только монетку там очень сильно не носит. И вот такая ситуация, что несколько дней получилось удерживать позицию. Там первую ночь я уходил со стопом под эту на торговку. Здесь прятался в безубыток, и то после уже частичного закрытия. И далее тянул, то есть перетаскивал стопы после обновления хаю, подтягивал стопы, уходим выше, стоп за откат, уходим там выше, стоп за откат. И таким образом тянул позицию. Сегодня ситуация следующая, уровень 15.43, уровень с истории, это точка, где мы останавливались в предыдущий раз. И после того, как постояли, поехали дальше вниз. Относительно этого уровня у нас только ложные пробои, без закрепления и продолжения. Да, такой каскад ложных пробоев одним баром, после этого два бара. И поехали дальше уже на перелой. Подход издалека, пройдено там 20% хода, без каких-либо особо сильных, да, там, ну, движения не маленькие, но не паранормальные, никак сегодня там у нас мина 80% пролетела за день, не поперхнувшись практически на фоне биткоина. И биткоин успокоился, начал подкручиваться тоже вниз. Я вообще на самом деле хотел первый раз при втором подходе к вот этому экстремуму, тоже волатильность адекватная, думал подпродать двойную вершину, но для продажи не сформировалась точка входа. То есть мы не закололи хай, здесь нет перекоса по объемам, поэтому пропустил. Единственное, что я сделал, это закрыл часть, потому что я, ну, если начнут вкатывать, не хотелось уже отдавать, пройдено много. После перехая, немного попилив уровень, цена завалилась вниз. Это покажу сейчас на младшем таймфрейме. Давайте, наверное, сразу сначала издалека, где будет видно сам заход и вот эти вот фиксации. То есть это первый фикс перед отходом ко сну, да, условно. Часть хлопнул, стоп за вот эту торговочку. Дальше уровни с истории подхода. Да, ну, видно, что тяжело. Начали немножко пилить. Уровень тоже закрывался. И стопик тянул. Я сначала его сюда спрятал, а когда сделали перехай, потянул повыше. И последующие все вот эти вот всплески пытался ну, закрываться. Да? То есть я где-то закрываю один риск, где-то два риска, где-то частично.
вот эти вот прикрытия по чуть-чуть, тем самым наращиваю профит по позиции. То есть там инструмент сходил в максимальный момент, там, когда я видел порядка 18%, и закрыто на тот момент было. Перед вот этим подходом оставалось четверть, а здесь я закрыл, осталось 10% от позиции. И 10% поехало на перехай. И после этого, здесь вот покрупнее уже я покажу. После этого мы зашли за уровень тот с истории. Немного здесь постояли. Была попытка выхода наверх. И когда начали заваливаться, тоже здесь стопик прятал за вот этот откат. То есть коротенький он относительно тоже. Там 0,7% даже не получилось, чуть меньше. И вход в переворот. Движение сразу получилось, да, и такой откатик. Немного волнительно, но в целом позиция как бы выжила. Я не сторонник, скажем так, убегать, да, отказываться от сделки. Биткоин валится, я ожидаю, что и эту монетку он за собой потащит. Тем более, что сегодня биткоин там ночью очень неплохо сходил. И вот в эту коррекцию продажи, то есть первый выход фиксированный, второй здесь тоже начали вкатывать, на минутке следил и часть прикрыл. Сейчас осталось треть и буду пробовать тянуть дальше. Но там увидим ли мы дальнейшие движения вниз или не увидим, поглядим. На ночь поеду со стопом в безубытке. Сюда никуда подтягивать не буду. Движение было быстрое. Здесь могут быть какие-нибудь ретесты, еще подбросы, там 15-30, например. И если эта треть выживет, то буду пробовать тянуть ее обратно туда вниз. Ну и одним глазом всегда на биткоин, потому что не исключены, да, такие подбросы. Где-то там сказали, что ETF будет одобрен, и мы полетали. Вот в этот день, потом где-то там появился листинг с ETF, и опять у нас позитив. Но заводят монетки на бирже в плане не денег, а именно криптовалюту, и заводят ее, наверное, для того, чтобы подпродать либо обменять на что-то другое. В общем, ожидаю какой-то коррекции пока что. Ну а дальше посмотрим, во что это все обернется. Все, всем удачи. Надеюсь, тема была интересная. Хочу напомнить, что 1-2 ноября у нас с клубом трейдеров «Картель» состоится форум двухдневный, где будет много-много полезной информации. Что-то каждый для себя подчеркнет. Будет множество спикеров, профессионалов своего дела. Присоединяйтесь, будет интересно. Пока-пока.